Тихо! Это было очень близко. Где половина моего контейнера и половина моего джипа? Алло! Ребят, вот просто приготовьтесь сейчас к... вот как к такому! Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи! И сегодня, по многочисленным запросам, мы будем с вами играть в такую игру, как Crossout. Я уже все подготовил к серии, нашел кучу классных тачек, которые мы сегодня с вами обязательно затестим. Сегодня много будет краш-тестов у нас, ну и, конечно же, много мясища, самого настоящего мяса. Ведь сегодня у нас будет бой не на шутку, а прям вот на детали, так сказать, потому что машины в этой игре ломаются, как лего на кусочки. Ну что ж, давайте начнем, поэтому всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем, погнали! Ну что ж, друзья, наша первая катка, наша задача убить всех врагов. Вот, на первую катку я взял вот такой вот суперкар, у которого есть очень мощные дробовики и еще инвиз. Вот, поэтому наша цель... Так, нет, давайте сразу к противникам не рваться, давайте особо спешить-то не будем. Лучше действовать тут в команде, вот, потому что это как-никак командная игра. Лучше, лучше постоянно содействовать, как бы, да, со своими тиммейтами и нападать на противников вместе. Ну вот, примерно вот так вот. Куда собрались? Куда собрались? Ну давай. Отлично, враг повержен. А здравствуйте. А чё это вы тут? Ну, ой, хорошо. Так, нет, вот этот паучок мне не нравится, поэтому давайте отойдем от него. Здесь самое главное, вот на самом деле, когда ты видишь, что против тебя играет какая-то крупная вот такая вот махина, нужно действовать, в общем, все очень быстро. И сваливать отсюда срочно, срочно сваливать. Парни, подмога! Хелп, пацаны! Убили его? Не знаю, убили, не убили, но пока у меня есть три колеса, я лучше уеду, реально. Знаете, я как-то не особо умирать хочу. Так, пацаны, я вижу их. Все, найс, вырубили. Хорошо. Ой, не-не-не, вот на тот танк я постою уж в сторонке. Парни, вы... А, блин, тут еще один приехал. Че, все понаехали сюда? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. У меня и так мало хп, пацаны, ну алло, нет. Блин, что происходит вообще, вы понимаете? Я... Так, найс. Так, и вот этого, пацаны, вот этого мочим. Давайте, 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 давайте. Ай, хорошо. Победа! Ну, поздравляю, наша первая победа. Первая катка и первая победа. Ну, потому что у нас была тачка классная. Ну и, конечно же, хороший водитель, ну, согласитесь, да? Смотрите, ну мы помогли хотя бы кому-то, пока стояли туда. Давайте сейчас, знаете, как сделаем? Вот, в общем, у этого контейнера передвижного, да, есть вообще какая особенность. Смотрите, как мы сейчас делаем. А мы сейчас с вами по-умному сделаем. Или не по-умному. Давай. Ну-ка, ракета прямо за тобой. Чувак, да! Есть попадание, есть пробитие. Так, вторая ракета полетела. Давайте, будем работать на дистанцию. Так, я же знаю, что ты где-то здесь. И... Где половина моего контейнера и половина моего джипа? Алло. А у них остался один чел, поэтому мы тут уже победили 100%, ребят. О, да, это хорошая катка, в принципе, получилась. Ну-ка. Ну вот, видите, мне еще и поддержку дали. Вот, да, хорошая катка получилась. Вы знаете, ребят, оказывается, в прошлом раунде я перепутал самолет. Я взял немного не тот транспорт, который заготавливал, но ничего страшного. Вот теперь у нас настоящий истребитель, который также обладает инвизом. И я могу сразу пускать вот такие вот ракеты, и надеюсь, я сейчас попаду в кого-нибудь. Самонаводящиеся ракеты, это всегда хорошо. Ну, и кого-то подбили. Ой, нет, все, ребята, сваливаю. Улетаю к себе на базу, никого больше не трогаю. Смотрите, как много их там стоит. Вот, отлично, сейчас будет пробитие у нас. И, ну давай же. Ну давай. Есть пробитие. 300, 600 урона нанесли. Не, ну на самом деле, вот плюс истребителя в том, что мы с вами можем стоять на дистанции и просто вот так вот работать замечательно, да? Это реально очень клево. Самое главное экономить патроны, боезапасы, потому что у нас их достаточно мало. Так, мне кажется, вот этот чел пытается в меня попасть. Ну, давайте посмотрим, на что он... О! О! Есть попадание! Хорошо пробили прям! Так, их... Нас подбили. Нас подбили. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! И... Поддержка огнем. Да помогите, команда, вы где? Блин, нам надо... Ой, хорошо, он промахивается еще раз. Давай, чувак, помогай! Чувак, ты же здесь, чувак! У меня ракеты не могут развернуться просто. Он все равно пытается меня загасить, смотрите какой. Все, топливо закончилось, бензобаки, что делать? Не можем взлететь. Б...
Блин! Так, ладно, все, мы его убили, мы с ним разобрались. Так, победа, изи, понимаете, ребята, вот так вот и нужно, как вы понимаете, работать. Так, ребят, в общем, это комбайн, познакомьтесь, вот. Прямо сейчас мы будем просто рвать тут всех на кусочки, как-никак, это же комбайн, понимаете, ребят. Поэтому нам нужно просто ехать в логово врага и просто сейчас всех выносить. Но на самом деле, наверное, спешить, ну, ни к чему. Спешка здесь обычно в этой игре приводит к наихудшим последствиям. Поэтому я предлагаю просто немного подождать. Успеем еще добраться до базы противника. Хотя есть это у нас один челик, который находится прямо рядом с нами. Так, чел, куда ты? Ну, что ты пибикаешь там мне, а? Блин, конечно, сила у нас, ну, как бы, не настолько мощный у нас транспорт, да? Догнать вряд ли кого-то по... Он же был так рядом со мной. О, вижу цель! Чувак, а я к тебе еду, да-да-да. Ну, Клаус, иди сюда. Ты ничего не успеешь сделать со мной. Да-да-да. Прямо сейчас на кусочки разорву! Да, меня сейчас подорвут. Рву! Давай, отлично, враг повержен. Так, ну и давайте вот этого чувака тоже сейчас мы его... Куда ж вы все... О! Ну давай! Хорошо! Я в ударе сегодня, ребята. Ну это просто комбайн, понимаете? Так, где-то здесь враг. Ой. А вот это что-то мощненькое, походу, да? Ну как сказать? Было, наверное, мощненькое. Он мой! Ребята, ну это комбайн, понимаете? Ну против него не попрёшь. Ну сами понимаете, это мощь. Это просто мощь. Итак, ребята, у нас новая катка. Я решил снова взять комбайн. Ну, вы сами видели, что было в прошлой катке. И мне это очень понравилось. Вот, вы только просто представьте, что можно собрать в этой игре. Просто фантазии нет пределов. Реально, тут в этой... Ой. Давай сюда езжай. Давай поговорим с тобой. Давай, по-мужски, давай. Чё, всё? Чё, это все на что ты способен? Куда поехал? Сюда иди! Я тебя чё на ку... Но мы его порвали, это самое главное. Мы показали как бы силушку богатырскую, мы ему отомстили. Он у нас наехал, мы ему дали леща прям такого, мы ему дали отпор. На этот раз я решил поменять наше транспортное средство, все, кое-что посерьезнее. В общем, у нас вот такая вот гусеница с тремя пулеметами, которые работают практически без остановки. Ждем, вот тут можно пострелять. Теперь сваливаем. Уезжаем, пацаны. Ой, а тут у нас вообще-то гости, вы не видите, что ли? У нас тут... Ой, тут со всех сторон гости. Ой, тут вообще их как-то дофигища. Он прям за мной едет, смотрите. Ну, мы его убили. Найс. Так, парни, он не один, он с друзьями пришел. Да, что ж ты делаешь? Чувак, побей. Да, чувак, ты... Что ж ты делаешь? Давай. Ломаем его, ломаем, пацаны. Да! А где мои пулеметы? Где мои пулеметы? Нет, только не в меня! Так, ладно, половина гусеницы еще жива. Отлично, уезжаем, просто сваливаем отсюда. Наша задача просто сохранить нашу жизнь и остаться в живых. Так, чувак, давай я тебя подожду. Вместе поедем и вместе будем захватывать территорию. Как бы, по идее, я достаточно неплохо маскируюсь вот с этим грузовиком. И одно целое. Наша единственная надежда сейчас на то, что мы захватим эту базу. Так, я надеюсь, я без палева стою. Я в маскировочке. Ах ты ж, что ты будешь делать? Так, ладно. Сюда подошел, это ты! Давай. Ой, хорошо как! Ай, хорошечно. Так, парни, захватываем территорию. Захватываем. Так, надо вот с этим чуваком что-то сделать. Ай, блин, там еще один! Ой, уходим. У них у всех есть... О, захватываем дальше. Парни, мы сможем, пацаны, давайте. Ай, хорошо, молодец. Да? Ай, хорошо. Давай, ломаем его. Мы почти сделали это, чуваки! У нас осталось двое. А, блин, это очень плохо. Мы почти захватили территорию. Тигр, вся надежда только на тебя. А у него снаряды закончились. Вот представляете, а? Не, ну как? Такая катка была! Слушайте, давайте мы попробуем немного модифицировать наш транспорт, добавим какое-нибудь оружие сюда. Я уверен, что нам явно чего-то не хватает. Так, что нам надо что-то убрать из нашего этого транспорта. Давайте посмотрим, что. Так, ну понятное дело, что наше оружие, они останутся. Так, вот это можно убрать. Вот это можно убрать тоже.
давай, положи. Все. Так, что еще? Что еще? Нам надо как-то облегчить наше транспортное средство, потому что у нас лимит. Ладно, давайте это тоже уберем. И вот это тоже уберем. Все, вот сюда мы с вами поставим час оружия. Так, давайте мы возьмем, короче, циркулярку. Так, одна циркулярка у нас есть. Есть, отлично. Давайте попробуем поставить еще. В общем, смотрите, ребят, я решил немного поменять структуру нашего транспорта. Значит, смотрите, спереди теперь у нас есть две вот такие вот пилы. И я поставил очень мощные пулеметы, которые мы сейчас с вами обязательно затестим, да? Давайте затестим эти пулеметы вот на той как раз таки штуке, которая там стоит. Ну, по-моему, пулеметы стали чуточку помощнее, если, конечно же, мне не изменяет память. Ну и при этом еще мы можем теперь подъезжать вот так вот и просто распиливать машину нашего противника. Ребят, вот просто приготовьтесь сейчас к... вот как к такому! Вот смотрите на чем. Это, в общем, да, это чувак с корзинкой у нас, да, человек, целый человек с корзинкой, вот, да. Ой, да, ой, вот это плохо. Потолкни, спасибо, братан, спасибо большое, чувак, мочим вот этого чувака, давайте, пацаны, мочим его. Давайте, ну же, вот, одного сломали, второго почти, хорошо, убили. Слушайте, я с этим... Чего? Я с этим роботом даже кого-то умудряюсь убивать? Что? Как такое вообще может быть? Слушайте, на удивление, я еще жив, цел, орел, реально. Я тут мочу всех налево и направо, помогаю нашей команде, играю вот за такое. Как? Объясните, пожалуйста, как, бро? Я не понимаю. Я не понимаю реально, как такое может быть. Так, парни, мы вместе одно целое. Давайте мы команда. Мы справимся! Так, вот сейчас надо сваливать. Нет! Ты убил робота! За что ты так груб был? Короче, ладно. Сейчас мы берем и наказываем вот этого чувака за его поступок, за его грязный поступок. Он убил! Он убил человека, который управлял мною! Обратите, кстати, хорошая команда у нас попалась. Ай, хорошо. Двоих уже замочил, играя за вот эту корзиночку. Так, а чё, где? У них остался один человек. У них остался один чел, надо его найти и покарать. И наказать по полной программе. Ах, вот он где прячется, ты посмотри. Думал, что он нас одолеет. Ну да, это плохо. Прячемся, прячемся, сейчас ракету запульнёт свою. Хотя они у него... По идее, не бесконечные же, да? Замочите его уже, чё вы как, я не знаю. Только не говори, что ты сейчас тоже... Ну как такое может быть? Я вас прошу, команда! А, не, все, мы победили. Мы победили! Ну что ж, друзья, вот такой вот сегодня ролик у нас получился по такой игрушке, как Crossout. Я надеюсь, оно вам понравилось. Единственный урок, который я сегодня понял для себя, это то, что нужно больше играть, больше учиться, чтобы быть намного скилловее. Вот, так что если вы хотите присоединиться играть вместе со мной, то сами знаете, где находится ссылочка, правильно, в описании. Заходите, скачивайте и играйте вместе с нами. Вот, ну а на этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Кофе. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну и очень много чего полезного находится в описании под этим роликом. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорого. До встречи и всем пока-пока!